Происшествие, которое помешало многим иркутянам попасть на работу. Рано утром, управляя автомобилем, мужчина врезался в световую опору. От удара столб надломился и произошло короткое замыкание. Сам водитель получил легкие травмы, но все же был госпитализирован. В результате аварии на несколько часов улица Баррикад была буквально парализована. В этом сыграло роль и то, что несколько ближайших светофоров были обесточены. Управлением движения на дорогах несколько часов занимались сотрудники ГИБДД. Также в зону аварийного отключения электроэнергии попало несколько автомобильных рынков, десятки домов, церковь и школа. В образовательном учреждении пришлось отпустить всех учащихся в первую смену, а это более 300 человек. Полностью электроснабжение было восстановлено лишь во второй половине дня.